писать видео, как бы сразу, когда доставка была, да, ну так как-то это. Начала проверять чек, не доложили две позиции, не доложили два вида мороженого. Сейчас, сейчас поддержкой списываюсь. Блин, реально такой осадок. Почему, блин, платить должна за то, что не положили? Смотреть, закупка достаточно большая, плюс еще начнем с того, что здесь вот курочка, да, хлебушек, и такой вот большой идет гель сейчас в магните по акции, доставка магнит, блин, вот реально так, короче, неприятно, не доложили две позиции, прям, ну вообще осадок остался. Один. И вот сейчас по акции, по-моему, 109 рублей. Привезли два десятка. Один десяток почти в дребезге. Вот. Ну, я про это в чате я не писала, потому что уже достаточно того, что две позиции нет. Идет кофе на акциях. У нас кофемашина. Я заказала в зернах два монарха. И взяла вот такую вот черную карту в зернах. Вот. Пахнет достаточно вкусно, как будут проводить. Ой. В общем, я на расстройствах. А как поведет себя вкус, уже будет, буду уже приварки смотреть. А бодрый цитрус вот таких вот я взяла два сока, сады придонья, минералочку, черноголовку. А сметана идет на акции. Идет дальше у нас на акциях и васи. Взяла также соус по-грузински. Казинаки вот такие вот к чаю. Шпроты, апельсины, Семену корм. Помидорки вот такие вот маленькие, черри. Хочу сделать вкусненький салатик. Ну, наподобие Цезаря, только посочнее. Колбаска молочная. Ветчина сейчас идет павловская по акции. Цены я, как обычно, вложу чеком ниже кролику. Скумбрия, туалетная бумага, молоко 1,5% беру, нежирное на кофе. Шампиньоны, голос, прошу прощения, меня хрипит, потому что болею. Йогурт такой вот, пудинг, карамель, Эрмигуд. Обычный свой творог, что-то я его наелась, только взяла два. Вот, ну такая достаточно большая закупка. Сегодня у нас суббота. Вот. Всем хороших весенних деньков, всем хорошего настроения. Так что с хорошей погодой, с хорошими выходными. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всех рады видеть на нашем канале.